Так. Хватит. Здравствуйте, друзья. Короче, я сегодня тут ничего не делал. Привет еще раз. Потому что мы полдня, да, в общем, заболели и Ваня, и Артем. Ничего серьезного вроде, но Ванюшка простудился, а у Артема вылезла на что-то аллергия. Ну и мы полдня, в общем, нам назначили лечение, и мы полдня искали вот эти крема, которые нужны для такой детской кожи. Мы не знаем, на что она вылезла. Нужно бы, конечно, сдать анализы. По возможности это сделаем. Но назначили крема, которые нигде невозможно найти. Я вам даже сейчас название не вспомню. Мы объехали пол Харьковской области, но нашли то, что нам надо. И, в общем, приехали уже поздно. Уже было темно, поэтому я ничего тут не делал. Но это все не страшно, так что все нормально, но я имею в виду, крольчиху не отделил, они вон помирились, стоят, облизываются, сейчас буду кормить. Не надо спрашивать там, что и как, что назначили, я не знаю, не буду даже, в общем, вам писать в комментариях, это не важно, все будет хорошо. На что аллергия, непонятно, потому что уже Артемке 6-й месяц, и видите, что делать. И Марина уже кушает, можно сказать, все, так что от чего нужно отказаться, почему вылезла аллергия, непонятно. Но врач сказала, что может и не только на еду, но типа то, что еда это основной источник аллергии. Может еще у нас здесь в селе жесткая вода, может еще на жесткую воду, что, ну, то есть, что сухая кожа. Короче, ладно, крема нашли для купания. Какую-то там маселка, я не знаю, как она там называется. В общем, тоже нашли. Так что все будет хорошо. Я вам просто рассказал, почему нас не было. Ну, меня не было целый день на хозяйстве. Вот так. Покормил. А сейчас пришел, вот подстилал. Почему я вам опять ее показываю? Она не встает. То есть, понимаете, я только что управлялся. Она всегда вот так ходит, ждет тут что-нибудь. А это лежит. Что ты лежишь? Собираешься уже? И пока возле нее стоим, сразу хочу ответить на вопрос по поводу кальция, о котором я сказал, что буду добавлять. Сразу там вы начали писать, несколько человек понаписывало. Ой, как облизываются, какие родненькие. Несколько человек понаписывало, что ты что, на позднем сроке, а не будет ли много кальция для поросят? Друзья, плацента – это отдельный орган от животного, временный, да, орган это или не орган, в общем, это временная такая штука, которая из свиноматки тянет именно то, что нужно поросятам. Ест эта свиноматка, не ест эта свиноматка, если это надо поросятам, плацента себе забирает. Это такой орган-паразит, понимаете, который тянет поросятам только то, что нужно. Поэтому, если я даю свинке кальций, то это будет свинке на пользу, потому что если нужен кальций поросятам, а свинка не получает, то плацента тянет просто из свинки. Ей все равно, плохо свинке, неплохо. Понимаете, о чем я? У плаценты одно задание – вырастить здоровых поросят, а как уже поросится свинка, это уже не ее проблема. Так что вот так. Перестаньте писать, что на позднем сроке не нужно. Корм должен быть сбалансирован на протяжении всего срока. Если свинка на ножке слабенькая, это 100% не хватает белка для мышц и кальция для костей. Поэтому то, что я буду добавлять, это только на пользу. Только на пользу, понимаете? Поэтому я вчера, когда сказал, что буду ей давать кальций, я не спрашивал, надо или не надо. Я вам вчера объяснил, но не так развернуто, как сейчас. Ей кальций нужен.
Вот так. По весу, по размеру, она крупненькая, все у нее хорошо. По весу к размеру тела. Понимаете? Не то, что у нее вес большой, а то, что она не худая, не костлявая, не рахитная. То есть она хорошо сложена, но она мелкая. Ну, в общем, как-то попытался вам объяснить доходчиво. Вот, в общем, Пеппа. Не ной. Вот так. Я быстренько почистил. Мне сейчас покормить. И все. И ролик тоже вечерний все равно нужно записать. Вот это он. То есть, как бы, потому что вы будете переживать, будете писать, где ты пропал, что случилось. Так что вот так. Вчерашний ролик вечерний очень долго обрабатывал его YouTube по непонятной причине. И я его не успел как бы загрузить с вечера, как бы открыть. И он тоже получился сегодня утрешний. Да? Красотулечка. Ты будешь вставать? Вставай. Вот так на задние ножки встала, то есть на передние. Постояла-постояла и улеглась обратно. Вымя еще не готово. Не готово, да? Вставай. Или будешь уже, будешь готовиться? Скажи, я могу приготовиться к опоросу за минуту до опороса. Видите, какая хорошая. Вымя. На черной свинке не сильно видно, но вымя чуточку уже краснеет, но и оно как бы есть. Молоко может появиться прям, это свекла на пальцах, может появиться прямо во время опороса, может появиться после опороса, смотря как она соберется пороситься, да? Девчуль, почему ты не встаешь? Чё ты лежишь? Вставай! Вставай! Вставай, булочка! Вставай, вставай! Ты моя девочка! Да, моя хорошая, да? Не будешь вставать? Вставай! Не хочет. Я вот подумал, вот этот мешок для бройлеров, у меня уже не получится купить бройлеров сейчас, потому что на фабрике вроде их забили, но я не знаю, завтра позвоню, там минимально 10 штук, вот где я брал, можно взять. Если будет, может, я возьму 10 штук себе больших бройлеров, потому что пока 7 февраля они посадят новых, пока 17-го куплю 10-дневных, пока выращу до 45 дней, это будет середина марта. А у нас 5 бройлеров осталось, так что вот так. Я хотел сегодня позвонить, но сегодня как-то не до этого было, так что как-то так. Короче, мне нужно быстренько покормить всех и идти домой. Да? Лепешки. Ну, эти сами по себе такие, а это поведение мне не нравится. Ты будешь вставать? Не будешь? Булка. Ну, вот так, сейчас быстренько. Кроликам дам. А, да, и... Смотрите, сверху. Сверху камушки паразит сидит, вы видите? Еще завтра начну вот этот мини-эксперимент, я вам говорил, про перепелочек. Где? Сейчас дам. На протяжении 7 дней. Февраль 28 дней. Или это 29, я не знаю. Высокосный год? Нет, я не помню. В общем, 4 недели в феврале. Одну неделю. Этот мешок уже начатый. Я его уберу. А сюда повешу новый, 10-килограммовый. И в течение 7 дней буду кормить с этого мешка перепелочек и собирать яйца. Потом через 7 дней мешочек взвешу. Сколько осталось, буду знать, сколько они съели за неделю. Посчитаю, сколько это стоит. И посчитаю, сколько они снесут яиц за 7 дней. И мы будем с вами знать, сколько они дают. Каждый день разное количество, а вот за 7 дней это так, четвертая часть месяца. Можно то и месяц собирать, но... А можно просто за неделю умножить на 4. Вот так, несутся они хорошо. Не ходи, сейчас дам кушать. И хочется посчитать. Вот так, 3.
6. Ой. 9. Правильно, 3, 6, 9. 3. 3, 6, 9. 12. 14. Уже почти 9 часов. Может снесутся, может не снесутся, не знаю. Так что вот так. Все. Вчера и позавчера 2 дня было по 16, а сегодня 14. Вот за 3 дня такое количество. Не выходи, сейчас буду кушать, давай, сейчас дам. Вставай! Че ты валяешься там? Вставай! Тяжело! Ты устала это пузо носить, да? Скажи, уже надоело, когда ж они уже родятся. Вставай! Видите, не хочет вставать. Сегодня встала. Молодец. Сегодня яйца заберу домой. Вот так. Вот. Получается, по 16 2 дня это 32, а сегодня 14. 46 яиц перепелиных за 3 дня. Ну, красота. Вот так. Пэ, ты сыроватки хочешь? Сейчас дам. Сейчас дам. Сейчас тебе налью. Ты вообще единственная, кому я насыпал. О, все, сейчас этим обормотом сначала дам. Мелким пузатиком. Да? Молодежь. Кушать хотим. Вот вы спрашиваете, как они пьют из банок со дна. Смотрите, сколько осталось. Видите, по чуть-чуть. В этой вообще мало. Тут чуть больше. Ну, как бы выпивают отлично. Оп. Кыш, Надя, водичка. Оп. Оп. Сейчас сено дам. На. Кыш, кыш, малек. Оп. Ты встала, красота. На тебе его. Кыш, кыш, мелкий, пузатый. Кыш, кыш. Ну я ж вас засыпал. Кыш. Оп. Мелочь пузатую позасыпал. Все. Мелкие, что вы тут засыпались? Алло, на. Свеколку, морковочку, и вам также. Раз и два. Оп. И все, быстро и отлично. Вот так. Все. Тут я понасыпал, перепелком понасыпал. Заяц, сейчас и тебе дам. Сейчас дам кушать. Все, быстренько даем.
Девочки, встаем. Вот так. Как-то так стала толстушечка, да? На, девчуль, тебе такая сахарная пудра, да? О, коротушка. Опачки. Все. Так. На. Эти молодцы, как пожрали сено. Хорошо кушают, скажи. Детки скоро будут. У кого раньше, у кого позже. Блин, не получается. Вот так. На. Раз. Выпили водичку, все. Молодцы. Вот так. Теперь им надо капустки дать. И на этом все. Все накормлены. Начали писать мне, что от капусты никакого толку. Вообще, это просто сочный корм. Как бы, ну как сказать, никакого толку. Птичка, говорю, животинка полностью травоядная на 100%. А они едят сено, едят зерно в свободном доступе. То есть сено у них, он, смотрите, как спряталось. Красотулечка. Сено даю им волю, вот этому с утра насыпал столько, что он и не поел. И... А это просто сочный корм, который летом был бы в виде травы. И проблемы в этом не вижу. Почему перестал давать большим, ну то есть тем двум крольчихам? Потому что маленьких может быть вздутие. У больших я им давал по чуть-чуть, сейчас вот... Ну вот где-то 400 грамм на троих, где-то по 150 грамм на рыльце. И вижу, что они чувствуют себя хорошо. То есть методом, как сказать, пошагового введения в рацион, вижу, что он им не вредит, она, капуста. Поэтому даю. То, что вы говорите, нет толку, могу с вами поспорить. Это просто разнообразие в корме. Просто сочные корма, какие есть зимой, такие даю. Вы видите, что я им даю морковку, свеклу, капусту и яблоки. Почему? Это я все покупаю для них. И яблоки давал свои. Последний раз вот давал покупные. А разницы в цене между яблоками и капустой я не вижу. Морковка даже в два раза дороже яблок. Поэтому, когда я даю им яблоки, то они... Ой, как роется. Не думайте, что это какая-то перерост... То, что там роешься.
Ой, ты домик себе будешь уже делать. Глянь, что делает. Ой, какая молодец. Ой, какая умница. Что это ты делаешь? Водичку пьет, видите? Это... Я забыл, о чем я разговаривал, о яблоках. Как бы просто даю им сочные корма и все. Не обращайте внимания, что это капуста сегодня. Да. На. Оп. На тебе еще. Оп. Оп. На тебе. Во. Все равно, мне кажется, вымя отпускает уже красотулечка, да? Вроде всех покормил. Нету. 15-го яйца нету. Свинюшки поели. Цыплятки повлеглись уже спать. Эти едят. Ну, едят и едят. Ну, и вот обратите внимание, лежит свекла, лежит морковь, а половина не едят свеклу, едят сено. А в общем, видите, что хотят, то едят. Вот так. Все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что завтра все будет нормально и я смогу отгородить угол для серой крольчихи. Она будет вот в этом углу. Тут как бы просто стоят ведра, их можно на эту сторону, а можно половину убрать. Как бы стоит 100-500 ведер, которые здесь не нужны. И просто вот этот угол ей отгорожу. Это 3 секунды работы, но сегодня мне было не до этого. И пересажу, так как она должна кролиться 9 числа, вроде пузатенькая. Я сейчас ее еще завтра перепроверю, уточню и отсажу. Пусть уже сидят отдельно. Вот так. Но она вроде пузатая. Прям по ней видно, что как бы она, они же ну, не супер крупные. И животик у нее выделяется. Вот у этой не такой живот, как у той. И поставлю ей домик. То есть, пока тем кролиться, то эти из домика уже можно будет... Нет. Нельзя. 2 недельки. А, 2 недели пройдет. Можно. Высадить, почистить, переставить. В общем, можно будет. Если эта кролица 9 числа, а те гуляли 22-го. Правильно, да, 22-го. То это как раз почти 2 недели. Они на 10-й день, 12-й открывают глазки. Ну, короче, посмотрим. Надо будет еще домик еще построим. Все, пусть едят. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. А, если я не сказал, куры сегодня 5 яиц несли. Вот так. Вроде говорил. Все, всем пока-пока.